Перевитульки все мои красотульки, на улице жара. У меня завтрак. Окрошка. И хамбургер. Тут дождя-то не было, блин. Тут до меня очередь так никак не дойдет. Йогурт. Вкусно. Культурный канал, не забываем. Сейчас плотно поем, позавтракаю. И на целый день в ламинар сегодня. Мне надо посеять два сорта и четыре рассадить. Эти четыре уже буду рассаживать новые сорта по этим. Ну, короче, по 5 штучек в баночку. Не буду делать по 3. По 2. Рассажу по 5. И дальше все зависит от них. Думаю, что к концу лета еще 5 сортов новых будет на продаже. Во фласках. Потому что сейчас, которые буду высаживать, их можно будет только во фласках приобрести. А в мох буду уже зимой пересаживать. Хотела в гараж пойти сегодня, брикет поделать, мох поперебирать. Ну, что-то у меня как-то это, давление маленечко сегодня подпрыгнуло опять. Поэтому не пойду. Неужели это из-за вчерашнего похода в лес? Или все-таки из-за того, что бросила пить таблетки? И в ушах зазвенело, и голова заболела. Или опять солнце выброс, девочки?
Я не хочу верить в то, что мне уже пора пить таблетки каждый день. Ну, я знаю, у меня есть девчат, которые мне подсказывали. Я не знаю, как зовут ее, потому что она сидит под ником мужа. Она тоже медик, и она мне всегда подсказывала в комментариях, чего не бросать пить. Всегда меня ругала: Люба, пей. Бетанин ты написала тогда, что не бросай пить. Его не бросила пить, его пью до сих пор. Может, мне просто у каждодневных таблеток, если опять понизится сильно давление в итоге, пить по половинке, а не по целой? Ну, хондроз-то у меня еще не прошел. От хондроза пью. Вкусная булочка. Я съездила в магазин, купила. И у меня сегодня опять мерзли ноги утром. Я с Мартюшей гуляла даже в шерстяных носках и в кроссовках. Представляете? Как давление поднимается, у меня начинают мерзнуть ноги. Уже заметила. Ноги согрелись, давление снизилось. Господи, у этой стройки выходных нет. Девочки, что-то я наелась. Оно же не испортится, если я уберу. Накрою и уберу. Потом съем. И йогурт не хочу. Не хочу. Персик и манго хочу. Дочь отвезла булочек и йогурт на работу. Ты будешь сидеть голодная.
Нет, чипсы будут какие-нибудь есть. Наконец-то я определилась, где у меня будут ворота. Технические и нормальные. А то никак не могла сообразить. Потому что не могла сообразить, как дом буду ставить. Теперь сообразила. Участок вот такой. Я хотела дом ставить, ну, вот здесь. И чтобы, ну, вот эта территория была как бы свободная, да? Ну, а получается, что дом будет у меня стоять вот так. Человеческий въезд будет вот здесь, а здесь будет технический. Ну, потому что у меня улица идет вот так. Так мне даже больше понравилось что-то. Сначала хотел двухэтажный дом, теперь не хочу. Теперь че с этим расположением? Вот. У меня все уместится прекрасно на первом этаже. Нахрена мне второй этаж? Не хочу. Я много почитала просто про двухэтажные дома. И все, кто построили двухэтажный дом, в итоге об этом пожалели. Укроп, девочки, застрял. Ребенку жарко. Мы сегодня с ним так долго гуляли с утра, прям кошмар. Че, хорошо сидеть, надо идти дела делать, девочки. Надо идти отбирать фласки, баночки. И в лабораторию на целый день сегодня. Сейчас давление померяю. Ну, вот лучше себя чувствую уже. А встала утром, вот такая голова прям была. Пойду померю, расскажу вам. Чтобы вы не переживали. То опять будете за меня переживать. Да? Да. Ой, девочки. Если раньше я мерила давление, его убирала, то теперь он всегда со мной. Говоришь, я себя получше чувствую. Снизилось. 130. На 92.
пульс 68. Мама говорит, ты выздоравливаешь. Я не болею, Мартюш, я притворяюсь. Да. Мама притворяется. Все, не приставай ко мне. Я сказала, не приставай, не дерись. Че дерешься, сказала. Нет, ты че меня бьешь-то? Чтобы я никуда от тебя не ушла, я не ухожу, я дома буду с тобой целый день. Целый день буду с тобой. Все. Иди со своими волосами. Они летают. Ищет игрушку. Сейчас что-нибудь припрет. Ладно, мои хорошки. Такой коротенький завтрак у нас с вами. Некогда болтать. Надо делать дела. Сразу две? Да? Сразу две? Зачем ты мне их принес? Не буду, Мартюш. Не буду играть я с тобой, не буду. Нельзя. А ему глубоко все равно. Играй, мама, и все. Ладно, мои хорошки. Пойду делать дела. Вот, потому что на неделе, ну что, во вторник у меня упаковка, а вторник-то какое число? Не помню.